14 июля 1890 года, город Клин, Московской губернии. Письмо к Евгению Карловичу Альбрехту. Дорогой Евгений Карлович, секстет у меня в Черне готов, и сегодня принимаюсь за инструментовку. Мне хочется по мере того, как я буду подвигаться в работе, высылать его вам по частям. Печатать я не буду до тех пор, пока вы с вашей компанией его не выучите и не исправите мне все, что будет неудобно, нехорошо, незвучно. Одним словом, публично вы будете его играть до напечатания. Только тогда, услышавши его в вашем исполнении и приняв во внимание все ваши поправки и советы, я подвергну секстет исправлению и отдам гравировать. По музыке мне кажется, что ничего себе, не дурно. По крайней мере, я ужасно старался. Боже, как интересно будет мне прослушать мое новое детище, когда вы мне его сыграете. Ведь это мой первый опыт выйти из рамок квартета. Какая чудная группировка в секстете. Как это оказалось удобно, богато ресурсами. Посвящаю секстет вашему обществу. Пожалуйста, напишите мне, куда выслать вам секстет. Ваш Петр Чайковский.